Мы уже говорили ранее, с наступлением 2022 года мы расширили ассортимент, и теперь чего у нас только нет. А в данном случае это тактическая лопата. Вот так вот это все выглядит. Увесистая, тяжелая, мощная лопата. Незаменимый помощник на природе, в автомобиле, где угодно. Ну, на улице еще снег, поэтому мы еще ее лично не тестировали, но в руке она лежит. Ну, мега круто. Очень приятно. Так, что у нас по комплектации? Здесь шнурочек какой-то. Отложим его. Здесь у нас еще один шнурочек по типу паракорда с затяжечкой, наверное, какое-то крепление. Здесь у нас идут кармашки дополнительные. Кстати, про кармашки. К данному товару мы сейчас даем в подарок вот такую нужную незаменимую штуку. Это бензиновая спичка-зажигалка, так называемая огнево кресало. Классная штука для разведения огня, так называемая вечная спичка, кто курит, ну, в карман кинуть, да и вообще прикольная штучка. Она идет вот такой металлической окантовочке. Бензином она не заправлена, кремний, все это чиркало есть, то есть можно и пользоваться, добывать искру и так, но желательно добавьте бензина, и будет у вас как зажигалка. В общем, ее мы вложим вам вот сюда вот. При каждом заказе этого товара она будет идти у вас в подарок. Так, по самой лопатке. Вот такие у нас надежные защелочки. Сзади у нас крепление на пояс. Ремень очень широкая, на любой ремень подойдет. Так, как ее правильно достать первый раз? Я, наверное, что-то делаю не так. А, нет, она просто затянута этой веревочкой сильно. Еще ни разу не доставали из этого чехольчика конкретно эту лопату. Вообще, перед правочкой, естественно, мы все проверяем. Так, смотрите, ну лопатка у нас что-то уже идет заточена. И я вам скажу честно, металл тут более чем мощный. Не знаю, чем постучать. Думаю, звенит, ну прикольно. Нет, не звенит. Ну, он реально очень толстый. Лопатка увесистая. Технические характеристики можете увидеть на нашем сайте antikrizis.com, как ее размеры. Она немножко у нас в маслице. Ага, с этой стороны у нас находится вот такая пила, а с этой стороны вот такое лезвие, кстати, острое. Ручка прям очень приятная. Ага, веревочка у нас для того, чтобы мы ее сюда, скорее всего, привязали. Ну, рукоять очень удобная. Как видите, здесь толстенная сталюка. И очень хороший выступ, если вы копать будете с усилием, там глинистая почва или что-то, ногой есть куда упереться, ботинки вы не разрежете, как я в прошлом сезоне. Но речь немножко не об этом. В общем, вот такая классная добротная лопатка. Снег спадет, поедем тестировать. А пока можете заказать на нашем сайте. Цена у нее там более чем лояльная, что-то порядка 400 гривен, по-моему. Ну, естественно, все зависит от курса, но цену я вам назвал примерно. На сайте у нас все, абсолютно все цены актуальны.